вот тоже такие споры возникают по поводу однобожия и многобожия. Вот, и как бы разные мнения тоже по этому вопросу. Есть однобожие и многобожие. Понятно, да. У нас не было ни однобожие, ни многобожие. У нас был родобожие. Родобожие — это единство во множестве. То есть как это понимать? В Ведах так написано. Тайна-то великая есть, что сварог и перун есть в то же время и свинтовит. И тот, кто разделяет богов, разделяет сваргу. Это нужно ум так настроить, чтобы воспринимать, что на самом деле есть ян, есть инь. Но все это вместе с силой единая. То есть славянин, который славит и ян, и инь энергии. И поэтому у нас рода Божия, единство во множестве. То есть род, он един, но он разделен на множество богов других, которые являются нашими предками. И мы почитаем единого во множестве. Это такое должно быть мировоззрение. Ближе всего это европейская гносеология. Вот есть такое философское течение, оно ближе всего к этому подходит. Вот если мозги не настроить по-другому, то мы будем язычниками. Или однобожниками, или многобожниками. И то – это грех, то есть погрешность. Ну, существует такое понятие, как погрешность. Также есть истина, и любое отклонение от истины – это называется погрешность. Также и то это погрешность, то есть грех. Лишь только придя с помощью здравомыслия к этой истине, мы понимаем, что такое родобожие на самом деле. Это и есть наша вера, основа нашей веры. Ведение Ра. Ра он един. Это так написано. То, что было до всех и пребудет всегда. В нем прозрачность воды, но она не вода. Это суть. Без покрова, что лишь для умов неспособных постичь, надевает покров. Он создатель всех форм, и как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной. Это лишь только для недалеких умов он надевает какой-либо образ. То есть природа едина, так же? А мы все различные, так же? Но мы все части природы, значит мы едины. Но мы одновременно и едины, и различны. И вот это наше мировоззрение. Это более полное, более верное мировоззрение. А все остальное для примитивных умов. Так понятно? Да. Конечно, нужно изучать. Это наша культура. Мы же не должны быть примитивными людьми с такими там интеллектами. Нужно все это изучать. Читаешь одну литературу, читаешь другую. В общем, есть общее что-то единое. Но есть и вот в некоторых моментах разногласия. Где вот как вот получить? Здравомыслие. Ну даже по вопросу Бог, Господь. Ну понятно, Господь и Бог. Да. Как лечить в грани, где дезинформация пошла вот. Ну давайте проявлять здравомыслие по данному вопросу. Разберемся, что такое Бог Господь. Это хотите, да? Вот мне самое интересное. Ну Бог, этимология слова что? Богатый. Тот, кто владеет какими-то ситхами или локой. Локой — это локализованное пространство, то есть каким-то миром. Его называют Богом, богатым, всего лишь навсего. Господь, который господствует. Ну, набрал тут адептов, а господствует над этими адептами. Это его паство, его стадо. Так же, как Христос говорит, есть мои овцы, а есть козлы, которые не из моего стада. Так же? Это Господь, который господствует над кем-либо. Господин, получается. Да. Нам не нужны там ни боги, ни господа нужны. Мы почитаем своих предков. Так же? Мы перед ними не преклоняемся, мы же не твари какие-то там. Мы дети Божьи, мы перуна сыны, даже Божьи внуки, сварожевы правнуки, вышеня праправнуки. Мы их почитаем. Почитать — это не присмыкаться, там, не хвалить их. Почитать — это чи, энергия жизни, даже. А тать — это присваивать. Ну, слышали выражение, как тать на чи крадется? Это тот, кто к себе присваивает все. Значит, почитать — это присваивать силу моих богов. Но я и мои боги, мои предки, это мы едины, мы род, так же? Мы все роди живем. То есть, присваивая их силы, мы с ними едины. То есть, мы славим богов и никогда их ни о чем не просим. Поэтому мы суть славяне. А славить — это что такое? Это славословие, когда мы словами
славливаем их силу. Как можно славить ветер в парус и присвоить его силу. Так же? Точно так же мы славим, то есть славливаем эту силу богов и становимся с ними едины, то есть через почитание. Так? Вот это и есть наша вера, это и есть наша культура. Мы с ними единое целое. Мы их не восхваляем, там, не присмыкаем. Это наши предки. Мы достигнем такого уровня рано или поздно. Вот наша вера. Мы дети Божьи, мы здесь живем, чтобы стать такими же богами. И они все делают для того, чтобы мы стали такими. Они о нас заботятся, все нам дают. Так же? Вот это и есть славословие, почитание родных богов и предков. Помните первую заповедь русского человека? Что мы должны соблюдать? Что нам предки стали? Какую заповедь, самую главную русского человека? Не помните? Это важнее, чем таблица умножения в 1000 раз там. Запоминать основная заповедь русского человека. Свято чтить своих богов и предков и жить по совести в ладу с природой. Ну, давайте разберем, что такое свято чтить. Свято, светло, чисто. Так же? Чтить мы разобрали. Свято чтить наших богов мы понимаете, что не чужих мы должны, а своих. Это ж наши предки. Так же? Мы их должны уважать. И именно они не хотят нам вред принести. Другие могут и поиметь нас. Борьба за каждую душу идет, так же? Нам не нужны чужие боги, чужие господа, так же? Зачем оно? У нас свои есть. Свято чтить своих богов и предков. И жить по совести. Совесть – это совместная весть. Когда я знаю, что я и другой – это одно и то же. Я – часть природы, и вы – часть природы. И если я приношу кому-либо из вас вред, я приношу вред природе. А значит, вред самому себе, так же? И по правилам кармы все ко мне возвращается. Мой вред также. Если я хочу себе пользу принести, я должен приносить пользу другим. Только тогда я принесу себе пользу. То есть, служа общему целому, принося ему пользу, только тогда я имею шанс себе пользу принести. Так же? Это и есть совесть. Совместная весть. То есть, основной принцип – не делай другому то, что себе не желаешь. Вот жить ее по совести. То есть, понятно, свято чтить своих богов и предков и жить по совести – в ладу с природой. Природа – это та, что природе, так же? А лад – это соразмерность, так же? Я должен в унисон с ними звучать. Это и есть лад. Как они вибрируют, на каком ноте, на какой духе, на каком я должен вибрировать. Они в любви живут, и я в любви. Меня любят, и я люблю. Вот это и есть лад. А это, славя их, почитая их, я настраиваюсь в унисон с ними. Понятно, что такое почитание? Вот это наша заповедь основная русского человека. Вот что мы должны как жить. Мы живем так, и я всем другим народам того же желаю. Пусть и они так живут. А кому это будет плохо? Только паразитам будет плохо. А всем остальным хорошо будет. Так же? А паразиты этого не хотят. Не хотят, чтобы мы так жили. Просто объясни, что такое Бог, Господь. Можно вопрос еще? Конечно. Большой. Такого мировоззрения.